Первая точка проверки комиссии – улица Новороссийская, 100. Установлен павильон для продажи экскурсионных туристических путевок без разрешительной документации. В связи с тем, что его установка нарушает действующее законодательство, суд вынес решение. Судебный пристав-исполнитель вручил документ о необходимости в добровольном порядке выполнить все требования суда – запретить эксплуатацию павильона. По Анапе более 30 торговых точек выявлено на сегодняшний день. На сегодняшний день направлено более 30 исковых заявлений, даже, насколько я помню, более 40 исковых заявлений. Опять же, с ходатайствами о принятии обеспечительных мер, так как вообще размещение и осуществление торговли незаконно. На углу улиц Пушкина и Ленина в экскурсионной точке реализатора не оказалось. Но с ответственным за торговое место комиссии все-таки удалось поговорить и передать предупреждение о необходимости сноса. Павильон опечатали. Здесь же комиссия заметила еще нарушение – точку, где торгуют сим-картами. Молодой человек пререкаться не стал и быстро покинул свое рабочее место. В микрорайоне 3А была также обнаружена несанкционированная продажа путевок на экскурсии. В другом месте. Пойдемте, я покажу, где она должна была стоять. Вот смотрите, да не надо. Да какая разница, у нас ориентировка. Видите, запрета Кобзарь Валентины Владимировны и иным лицам, вся деятельность по продаже экскурсионных путевок, этого как бы достаточно. То есть там вы осуществляете, здесь вы осуществляете. Не важно. В суде разъясняйте, судья отменит, сразу начинает. К лицам, которые незаконно осуществляют предпринимательскую деятельность, принимаются меры. Административные взыскания в виде штрафов. Торговые точки по решению суда будут сносить. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, регион.